В этом небольшом видео я хотела бы рассказать об удобстве использования у данной консоли банков фейдеров и слоев для этих банков фейдеров. В левой и в правой части консоли мы можем использовать три слоя по 5 банков фейдеров в каждом. То есть 3 по 5 с левой стороны и 3 по 5 с правой стороны, плюс 2 мастер фейдера, на которые мы также можем назначить абсолютно любые каналы. Также очень удобно при надобности, либо при ненадобности активировать слои, либо деактивировать. То есть, например, мы используем только один слой, зачем нам путаница при перелистывании 3. И также, если нам не хватает, например, слоев, не хватает банков, мы можем активировать его в Layout Fader Bank. Прелесть данной консоли заключается в том, что мы можем полностью по своему желанию составлять конфигурацию слоев и фейдеров в этих слоях. То есть мы можем полностью размонтировать банк, можем полностью убрать слой или добавить слой по своему желанию, что очень удобно. Всего у Digica 2 секции фейдеров, левая и правая, плюс мастер фейдеры 2, на которые по умолчанию у нас назначен мастер и соло 1. Размонтировать банк фейдеров очень просто, для этого мы нажимаем на самой консоли кнопку Select Channel, и в появившейся у нас функции на экранчиках самих фейдеров мы выбираем кнопку Unassign, и соответственно дальше кнопкой выбора каналов мы убираем ненужные нам фейдеры из банка. Чтобы назначить определенные каналы на фейдере в конкретном банке, нужно также нажать кнопку Select Channel и на экранах найти функцию Assign. Соответственно, после того, как мы ее нажмем, нужно кнопкой выбора каналов выбрать те фейдеры, на которые мы хотим назначить какие-то дорожки. Активируем сразу несколько дорожек. Дальше вызовем мастер-экран, пойдем во вкладку Layout и выберем Channel List. И дальше укажем интересующие нас каналы. То, если у нас выбраны несколько фейдеров, то есть 2, 3, 6. Соответственно, будут назначены 6 каналов, отсчитывая с того, который мы нажали в channel-листе. Это очень удобно, когда вам нужно быстро запатчить в банк фейдеров, например, 8 ручных микрофонов. Мы сразу активируем кнопкой Select при назначении 8 пустых, в данном банке, например, 8 пустых фейдеров, и в channel-листе выбираем 8 каналов. И у нас они сразу, все 8 штук, встают по порядку. Также между двумя секциями левой и правой консоли мы можем копировать банки в разные слои, либо перемещать банки внутри какого-то слоя, либо удалить банк. Также можем давать название конкретным банкам, причем оно двойное, например, может быть там оркестр, а нижнее название там юзер или что-то еще подобное, чтобы удобнее идентифицировать, какие у нас каналы находятся в конкретном банке. В целом хочется сказать, что SD12 это очень гибкая консоль в плане настроек под себя, что мне очень нравится.